А, добрый денёк, сегодня я. Какая-то дёргает анимация. Это какой-то робот или настоящий? Я всегда считал, что он настоящий, а не робот. Вроде похож на настоящего. Ну-ка, куда мы сегодня пойдем? В прямом смысле, куда мы сегодня пойдем? С какого уровня начнем? Ну давайте с этого. Сюрпризы? А, да. Так, вспоминаю. Левую, левую, правую. Понял. Нужно накопить сколько? 51 тысячу. Видите, волшебные это еще остров в облаках. Видимо, направляем кролика на опасности. А, на капканы нужно больше дают очков, кстати, капканы. Или электризаторы дают больше очков. Да, всего лишь-то. В смысле, 5. Так мы быстренько 1000 накопим сейчас. Не упади, главное, еще. У нас время-то ограничено, кстати. Электризаторы. 200, да? Там капкан... А, у нас уже 1000 есть? Так. Нужно еще 10 тысяч, да? Накопить. Так. Хочу капкан. Вы слышите опасности? А, я тоже слышу. Да. Вот так неожиданно для меня было в первый раз. И для вас неожиданно было в первый раз. Возможно. Ну, смотря какой первый раз. В этот раз первый, либо у вас другие были разы, в которые видели эту игру. Вы, может, играли уже тоже. А теперь начинаются повторы. Кролики иногда тормозят часть 2. То же самое, но посложнее. Итак. Пройдем ли мы это, не знаю. Он залип, все, шарик залип. Какая тупость. Можно было пройти там, но я не хочу. Вернее, не получится. О! Странная стенка, во-первых. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. 30 секунд. Сколько нужно было? Получилось! Ура! Ой-ой-ой. Дней вроде бы 13, если я правильно помню. Или 14. Или 15, или 16. 16, возможно, может нет. Так, стоять теперь сюда. Видите, как я круто чередую. Так, нет, теперь сюда. Мне там какой-то странный... А, это выход якобы. А можно выйти? А, тупо нельзя. И да, сохранять, кстати, нельзя. То есть нужно всего пройти обязательно. И сохранение только в камере. Ну, как говорится, да. Да. Ну чё? Кролик умеет играть в футбол. Я ждал этого. Мышь. Так, значит, мышь вверх-вниз сначала быстрее, да, потом лево только мыши, переносит мышь. Вспомнил. Вот, ты чё, попасть тяжело? Ну, там 3 раунда есть. Не получилось. Давайте заново. Я проиграл уже, наверное.
Я слишком поздно. О, конечно. Получилось. А, кстати, максимальное количество очков дают, если удариться об штангу, а после чего и попасть. То есть удариться об штангу и попасть. Понимаете? Ну, здесь-то не обязательно, но все же нужно. Эх, не получилось об штангу попасть. Сколько? 3000? Во! Получилось! Только, кажется, не 3000. Нет, а нужно было сколько? А в штангу и попал, я молодец. А, тогда умножается на 2 очки. Ну ладно, сейчас посмотрю, сколько нужно было. Текстурки кроликов, висячих в воздухе, жалко. Снова у нас, стойте, у нас снова под конец? А, или не снова? Так, стойте. 2000, а не 3000. Ладно, я понял. Я мог бы заработать 2000, если только попадал 700. Сюда мог. Просто попадать тоже можно заработать. Так, а ну-ка сюда, танцы. Да. Ну, теперь закрепляю микрофон. И продолжаю. У нас снова классическая локация. Так ведь. Что за музыка? Ах, да. Контролы. А, точно, ведь если не контрол, то закреплять микрофон не нужно. Надеюсь, в прошлый раз я закрепил его. О чем мы тут говорили с вами? А, да, что за классическая локация, то есть вот, понимаете, существует... Ладно. Стоит вот 3 локации, да, в которых одно только один раз встречается. Сейчас вспоминаю это. А, да, и локация, темная локация, которая 2 раза всего встречается. И, собственно, вот это, да? Для всего основного. Я отвлекся за вас, и поэтому неудачный был. Желтый-желтый стал. Р-р-р. А еще видно, что кролики в костюмах. Это, видимо, не в ПК-версии снова. Ни одного не упустил. Видите, какой хороший. За это должно мне быть что-нибудь от вас. Нет, это не намек был, это так случайно получилось, что намек случился. Давайте возьмем мне одного желтого сейчас. Мне одного желтого сейчас. Если я сделал мне одного желтого, знаете, что будет вам? Мы посмотрим. Ничего не будет вам сейчас, но что желтый есть. Это конец последний, да? Сейчас я выиграю костюм или музыку? Музыку. Музыку. А, тень, кстати, здесь тень всегда или не всегда? Так, тень распространяется на вот это. Видимо, не всегда. Ошибся. Не прикольно, когда он вот так вот делает. Бежит, а потом разворачивается.
Он ногу вперед выставляет, словно он дурак. Ха-ха, глупо. Получилось не так все. Сколько уже 3 туннели? Так себе уровень. Или не так себе, нет. Мне уже что-то не все нравятся уровни уже. Ну, прикольно, смотрите. Подземный, пещерный, шахтный уровень. Шахтеры. Погоня. Начинается все с погони. Дэнджерсный погоня. Люблю стрелять в никуда. Васик, люблю стрелять снова в никуда. Мне так... В клетку, то есть... Вау, я стрелял не туда, но попал в него. Там бочка, если бочка ничего не стала, бочка просто исчезла. А, я сейчас еду, тут будем... А, кататься, да. Теперь он будет не только ехать, но и кататься. В смысле, не только идти, но и ехать, кататься. Ну, конечно, несколько за раз, вы что думали? Кролики ненавидят ехать на вагонетках, видимо. Прикольное название, где кролики не любят, кролики... Кролики не хотят, кролики дураки и так далее. Название — это радость для нас. Новые враги! Ниндзя на попрыгунчиков. Я каким-то образом не спас никого, во-первых. Идиоты. Ну, как-то так. Что вы думаете, что это такое, а? Тыщ, и взрыв, да? Нет, жалко. О, может, снова новые враги будут. Понимаете, здесь враги повторяются в основном. Вот есть враги-кролики, которые с костюмами, то есть, помните, кролики с ватузами, но с костюмами. Я, кстати, всех помню, я даже составлял список врагов. Опа, это не, даже не кролик, это робот. Вы даже только 2 или 3 удара не помню, сколько. Три. Я не фет, я посадинг. Достижение сбить всех кроликов есть? Нет, потрачено достижение, жалко снова. Конечно, я не особо расстраиваюсь, так как я все же не выполняю здесь вам достижения все максимальной силой. Суперколик сейчас придет, суперколик. Ну, не совсем сейчас, можно вот его сейчас забить. О, забил. Нам, конечно, жалко, что проспойлерили, что кролик придет. Это будет неожиданность. Чем? Если мы едем не в вагонетке, даже не в вагонетке, какой-то штуки на колесиках. Называется по-другому, кстати. Как ты посмел? Крутой бонус, работающий всегда. Ха, идиот! Это, наверное, неправильно сработал. Что-то кролик. Кролик, кто же еще? Чё это? Он сам попал под удар, а сказали мне хорошо. Выстрелили раньше, чем увидел кролика. Как Рэймон так прыгнул? Он не мог так прыгнуть. Вот он здесь не использует удар пропеллером почему-то. Я особенно вам скажу, где он... Чего он не использует удар пропеллером. А это, кстати, финал уже.
какая тупость! Ой, ты неужели себе попал в ухо ему? В ухо в лицо. Ухо лицо? Это снова босс пришел. Вот такая тупость. Рады мы все. Успешно мало. Перезарядок 67. Всего лишь 3 захвата не может быть, я так обычно больше хватал. Очень полезная подсказка. Я только сейчас, знаете, я недавно понял, что это шутка. Я думал, может это мини-игра, которую вырезали с ПК-версии, может быть. Возможно, это шутка. А может и правда, мини-игра. Думаю, искал в этом смысл я действительно раньше. Много лет назад, когда я в первый раз понимал. Второй, третий, какой там четвертый раз играл в игру. А к седьмому разу вроде стало получаться. Все? Давай теперь костюмы классические. Я открою его. Ну, то есть потом, в следующей серии. Как вы думали?